Когда я помогаю другому человеку, мне становится счастливо. Это самое сильное ощущение радости, которое я испытываю. Я, правда, очень много делаю для того, чтобы это было востребовано. Неважно, там, психотерапия, это мышление, создание каких-то проектов там, и так далее. Но я счастливый человек из-за того, что я очень много сил трачу на то, чтобы придумать форму сообщения тех вещей, которые для меня важны по каким-то причинам. Прежде всего, по социальным. Ты продолжаешь искать и продолжаешь доверять, что какой-то этот параллельный мир на тебя отреагирует. И ты делаешь все для того, чтобы посылаешь ему эту азбуку Морзе. На меня можно отреагировать. Точка тире.